А полицейские из Красноярского края сняли социальный ролик, который, по их мнению, должен тронуть до глубины души даже мошенников. Его служители закона посвятили многочисленным жертвам аферистов. На видео участковый в одиночестве гуляет по лесу под музыкальное сопровождение группы «Любэ» и всем сердцем грустит о том, что кого-то опять развели на деньги. Как отметили служители закона, запись оказалась самой иронией и отсылкой на известный сериал «Участок». Люди в форме уверены, что так они станут ближе к людям и вызовут доверие.